Так, друзья, вот такой вот пляж. 5:30 утра. Никого, естественно. Ночи холодать стали. И я решил отправиться на рыбалку. Третий раз еду в одно и то же место. Спиннинг взял. Также воблеры. Также 2 часа с утра проведу на озере. Посмотрим, что получится. Так, вот это замечательное живописное место. Вот эту за спиной заводюшку сейчас я обкидаю и тут рядышком покручусь пару часиков. В прошлые разы всегда было по одному выходу и по одной реализованной щучке. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Опа, есть. Опять шнурочек. Тут одни шнурки живут. Шнур. Ух ты, какой шнур сам. Сейчас выпустим. Вот такой вот шнур сам. Даже страшно. Страшно его брать в руки. Вот такой шнурсон на копию дуа сотого. Он, вода теплая, даже он какой-то сам теплый. Сейчас его выпущу. Что-то он тут закровил немного, но думаю, будет жить. Вот. Минут 15 я тут стоял. Стоял, топтался, вымучивал и вымутил все-таки шнурсона. Пойду подарю ему свободу. Свободу Юрию Деточкину. Все, уплыл. Шнурок уплыл, жить будет. А мы будем ловить дальше. В общем, по традиции надо это дело обмыть кофейком. Как бы уже от нуля ушли, отстрелялся. Время 6 утра, начало 7. Ну, я думаю, еще час, может, два половлю. Поэкспериментирую. Потому что прогнозу сегодня жарко будет опять днем. Но ночи уже холодны, но почему-то пока одни шнурки тут. Вот хоть даже на полкило нет щучки. Ну, осенью пойдет крупняк. Здорово. А? Ага, да, я уже третий раз вот езжу, и вот только шнурки, даже на полкило нету. Ну да, 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 ну оно может крупняк где-то там не подходит, это быстрее. Что там клюет на донке хоть? Подлещик? Большой. А, ну нормальный.
А этот подлещик на что? На опарыша или на что? А. Ну нормально. Не, ну я слышал, что нормально, нормально. Не, ну я так, когда еще этот канал не вырыли, как-то вокруг ходить было интересно. А то сейчас тут что-то все позаросло, попропахали. А вот этот канал был? Ну да, еще когда его давно не было, лет 10 назад, то идешь там вот так со спиннингом, вот так можно было в круг обойти. Ну я тут на 4 кило, а люди и больше тут, ну щуку, тут ну, есть, крупная есть, есть, тут котлован, да. Да и база кормовая тоже. Просто ближе к холодам как-то она покрупнее уже будет. Там сейчас она где-то жрет же тоже, но просто тут мелочь быстрее она подходит. Угу. А крупная она, блядь, где-то там. Ну, нормально. Хоть и есть эта рыбка, а то я еще тут, наверное, 90-е в детстве тоже. Ну, тоже подлещика на удочку ловил. Как бы все-таки она тут. Ну, по чуть-чуть живет. Ну, по-любому есть. Я его не достал, ну, там вот. Сошел, да? Тут горбач хороший. Тут есть горбачи охеренные, ну, и кто я знаю, иногда, вот, ну, как период там, то или весной, или вот прямо вот где пляж, но этим летом я не пробовал, тоже лет 10 назад я приезжаю, ну, летом никто же там не ловит, там же купаются, а тут дождь. А он дождь идет 10 минут, 5 минут не идет. И я машину бросил с пляжа, вот где, прямо под буек. Три щучки, ну небольшие до кило, но и не такие шнурки. Но окуня вот эти вот, по 500 грамм, вот такие, ну, ну нормальные окуни, он вот такой, блин. Я охренел, штук 5 я поймал с одной точки. И, ну, ну на не блесы, нет, а вот именно, которая падает с грузом, резина. То есть, кидаешь туда, она падает. И вот потом еще тут и на кило, ну, 800 грамм. Не я ловил. Ну его и потянуть вот. Интересно, он боец хороший. Да и на осколе тоже, на 600 даже грамм. На воблер, как щучий воблер вот такой, блядь. Да больше этого. Осенью той, блядь, такая окунь вот такой, там, блядь, спина вот такая. Ну это в октябре, они жор, когда у них там вот это. Да нет, нет, да, да. Перед зимой. Винка надо, зацеплюсь вот тоже, такой боец. Тут ничего справа не стоит. Ничего справа не стоит. Блять, шнурок забагрился. Опять еще мельче первого. Сволочь такой. Ох, ёлки-палки. Опасный шнурок. Монстр. Не понял.
Опа. Получше. Колебалочку. Развалил колебалочку, ребята. Так, господа. Вот этот уже покрупнее шнурок. Колебалочку вот эту давно у меня лежала с Алиэкспресса. Разловил. Продолжим, наверное, на колебалке ловить. Кстати, с этой же точки. Вот сейчас шнурка мелкого вытащил на воблер до соты. И вот сейчас на колебло. Ну, этого тоже в воду. Рыбу я, наверное, вообще сегодня брать не буду. Продолжим рыбалочку. Замечательно. Так, друзья, ну что, 2 часа уже прошло, солнце взошло, наверное, клев стихает. В общем, вот там, где я вначале был на озере, оттуда канал шел, на канале шнурка я поменьше еще поймал, и еще шнурка уже такого крупненького, третий, самый крупный, на колебалочку с одной точки. И сейчас я пришел вот тут, тоже как бы озеро, это все оттуда вытекает канал в это озеро. Тут я почти никогда не ловил, тут как бы негде подойти с берега, тут надо на лодке плавать, может быть, когда-нибудь. Вон малек в середине, кто-то гоняет малька. Я думаю, тут тоже что-то будет, если тут ловить. Ну, еще тут попробую минут 15 покидаю и посмотрим, что будет, то будет, что нет, то нет. В целом 3 щучки, хоть и мелкие, все отпущены, все растут, все живы. Никто не пострадал. Заключение, как бы такой отчетик. В общем, ловил я вначале на воблеры, на Duo Realis 100, копию Беркинга. Вот этот воблер, именно вот в таком цвете, меня стабильно всегда ловит. Я его один раз оторвал, заказал точно такой же, вот это уже второй. И советую его новичкам. Это вот самый универсал, он 100 миллиметров по щуке, работает без... Ну, он такой, типа суспендер такой, вот может чуть-чуть тонет немножко. Зависит от температуры воды, от поводка. Просто 2 коротких рывка и все, и он работает. Рабочий воблер. Ссылочка. Стоит он от 250 до 300 рублей, колебалась всегда цена. Сейчас я не знаю, сколько он стоит, пройдите, посмотрите. Вот. Такой вот. Real Minol. И потом я колебалку, я редко ловлю щуку на колебалке, я больше или джиг, когда осень-зима, или воблер. Ну, вот тоже с Алиэкспресса колебалочка выстрелила. Она, то есть я мало ставил, потому что редко ловлю на колебалке щуку, вот она отработала. Самую, кстати, крупную щучку сегодня на нее поймал. Так что, вот так. Попьем кофеечка, да, в путь поедем. Поедем домой. Ваше здоровье, господа.